Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1983 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. 1, 2, 3. И Александр сейчас выходит из биоробота, становится рядом. И я даю команду. Все чужеродное, что может находиться в его биороботе еще, копии, голограммы, все выходит силой моего намерения и становится рядом с ним. 1, 2, 3. Тонкая копия вышла. Отлично. Защищаем тогда биоробот защитным потоком из энергии абсолюта на время сеанса. Берем Александра в защитный скафандр и вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнату диагностики и будь в ней. 1, 2, 3. Пошел подъем. Те, кто намешает? Ну, какой-то тяжелый очень. Дракон. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Ты перемещаешься, делаешь квантовый прыжок в комнату диагностики вместе с Александром. На счет 3. 1, 2, 3. Ты на месте. Да, мы здесь. Хорошо. И мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли Александр диагностики, доверит ли нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Отлично, хорошо. Посмотри визуально, что там, Вера? Дракон? Два цвета, синий, красный, кишит. Кишит, хорошо. И он заходит в сканер, и я даю команду сканеру. Сканер начинает сканировать пространство над головой Александра. Пройдется по этим каналам, силам его намерения, притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать. Ну, у него, они два дракона здесь у него, и они его делят. Синий и красный. Отлично. Сделаем. Между собой они его делят. Сделаем. И третий канал у него черт. И третий черт еще. Три канала, значит, да? Угу. Черт застолье показывает. И что? Черт, ты знаешь, куда ты попал, да? Вообще? Ты понимаешь, куда ты зашел? Человеку, который прочитал о своих намерениях, заявил. Ты понимаешь, в какую неприятность ты попал сегодня? Я тебя просто так не отпущу. Ты будешь наказан очень серьезно. Говорит, что он понижает свои вибрации и дает этот доступ. Назови пример такого понижения вибраций. Конкретная ситуация. Когда ты зашел, давай, рассказывай. 20 дней. Какая ситуация была, я тебя спрашиваю? Если ты мне сейчас не начинаешь отвечать, ты мое время тратишь. Я начинаю на тебя воздействовать. Застолье, он уже показал уже. Ну пьяный и что? А, вообще сильно пьяный? То есть вообще да. Не мог? Без сознания или как? Ну, можно и так сказать. И до скольки герц? Показывает он опьянение, да. Просто. Но опьянение может быть и легкое. Опьянение может быть, когда человек не может вообще себя контролировать и такое вытворяет, что не помнит. Какое было опьянение? Мне кажется, ты меня сейчас врешь, черт. Мне кажется, ты зашел в квартире. Не правда ли? А ты знаешь, он мне показывает участок. Он не может туда попасть, там защита. Вокруг ходит он. Вокруг дома? Да. За воротами. Вот я ворота он мне показывает. А что там за защита, что ты не можешь зайти? Мы чистили этот дом. А, понятно. Хорошо, и где ты подцепился под него? Я не верю, что ты на застолье. У меня есть ясное знание. Понимаешь, это такая вещь, которую ты еще пытаешься меня обмануть, я уже знаю, что ты врешь. Я тебе даю второй сейчас шанс рассказать, где ты его подкараулил и как ты зашел. Это тебя спасет от сильнейших ударов, которые сегодня получат два рядом стоящих с тобой паразита. Итак, я жду правду. Ну, он говорит, ну ладно, ладно, подкараулил я его. Возле ворот? Возле ворот, причем в машине он был. И как это случилось? Почему? Как ты это сделал? Как ты мог пробить его защиту? Он был на низких вибрациях, или ты просто решил проверить, насколько хорошо мы работаем? Так я тебе докажу сегодня, что мы очень хорошо работаем, и очень серьезно будем наказывать тех, кто меня обманывает. Я тебя один раз уже отправлял, правильно? Черт. Я тебе говорил, второй раз, если мы с тобой встретимся, один кто-то из нас не уйдет, это будет не я.
Ладно, это пустые разговоры, все, останавливаем эту ситуацию. Переходим к драконам. Так, синий и красный, да, Вера? Считай цифры над головой у синего дракона. 536. И у красного? 802. 802. Оба по одной голове, да? Да. Так, обращаюсь я сейчас к красному дракону. На каком основании ты здесь находишься? Кто агрессирует, Вера? Кто оба сидят спокойно, но спирают друг на друга. Хорошо. Нечего сказать. Они... Нечего. Отлично. И тогда красный и синий дракон получает два удара по 100 тысяч герц. Удары, пошли. Они заигрались, грубо говоря. Хорошо, сейчас я буду с ними играться. Достаю печать дракона и включаю на полную мощность. Но печать, она как их концентрирует, что ли, как гипнотизирует. Они стоят по стойке смирно. Отлично. Итак, я спрашиваю, они общаться могут с печатью, да? Да. Отлично, хорошо. Итак, красный дракон, я спрашиваю, почему ты зашел в это тело, которое прочитало манифест? Эта душа прочитала манифест, она запретила любому паразиту входить в его биополе. Он сказал, что он будет сбрасывать любого интерферента в галактическое ядро. Ты готов уходить в галактическое ядро? Красный дракон, я тебя спрашиваю. Родитель не готов. Пришел ангельские энергии покушать он. А, ангельские энергии пришел покушать. Хорошо. Сегодня мы синего покушаем. Синего увидел там он. Ага, сказал хорошо. Ему, можно, я хочу. Хорошо. Значит, синий зашел первый, да? Так получается. Хорошо, значит, синий, ты осмелился первым зайти. Получается 150 тысяч герц удар. Удар. Защищаться он пытается. Отлично. Влад, сожги его реагировать. Защиту. Сожги его защиту. На счет 3. 1, 2, 3. По клетке прыгает. Уменьшаю этого синего дракона в два раза. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Хрипит. Хорошо. Пусть сидит там. Так, красный дракон. Тебя тоже сейчас превращать вот в такого... маленького. Нет, говорит, спрашивай, все расскажу. Я не понимаю просто. Вы беспредельщики. Ты знаешь такое понятие беспредельщик? Если человек еще не заявлял о своих свободах, я еще могу понять, что вы, увидев энергию, прилетаете туда. Но сейчас вы забираете у него свободы, данные ему абсолютом. Вы считаете себя выше абсолюта? Вы считаете, что вы можете нарушать эти законы? На каком основании? Дай мне говорит, хоть один... что в нем живет сомнение. Не очень-то он верит в свои свободы. Ну, это может быть и обман. Я не верю в этом. Ты понимаешь, вот дракон, ты же не первый дракон, которого я встречаю. Я уже знаю, как вы умеете лгать, особенно когда вам угрожает смертельная опасность. Вот я тебе сейчас не верю. Ты пришел просто потому, что тебе наплевать на все. Ты считаешь себя намного выше человека. Ты считаешь, что тебе нужно это доказать и показать, что ты можешь сосать у любого. Заявляет, он не заявляет и так далее. Ты видишь, сколько на мне висит оружие и защит? И ко мне пытались раз 30 драконы прилетать. Не все выжили. Пытались ночью заходить. Точно такие же истории рассказывали. Точно так же, как и ты. Я тебе не верю, дракон. Ни тебе, ни ему. И как было сказано в манифесте, вы сегодня будете уничтожены. Он говорит, что я не могу быть уничтожен. Я свободный. Ты свободный? А кто тебе сказал, что ты не можешь быть уничтожен? И, Вера, я открываю рядом перед ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Воронка открывается. Посмотри туда, дракон. Отползает. Закрываем воронку. Еще раз повтори, что ты сказал. 150 тысяч герц удар дракону. Уменьшаю его в два раза. Вот так вот. Только так буду с вами разговаривать. Хрипит? Ну, они сидят, да, вдвоем. Отлично, отлично. Вот пусть и сидят. Хорошо. Так. И давай сделаем все равно реверс энергии, потому что два дракона – это не шутка. Сейчас там пойдет не слабо. И я даю команду тонкой копии
Александра спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным пациентам, ответственные за эту чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, сущности каждый подходит к своему каналу, и я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам. Чужеродное по отношению к Александру. Все назад возвращаем. Энергии неуверенности, энергии болезней, энергии страха. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Вот. Кому идет больше всех? От черта идет какая-то информация, что было смешно смотреть, он говорит, на этих, ну, чудиков. А сейчас им не смешно. И они вызывали в нем раздражение, высокомерие, неспокойствие. Вот за это они сегодня будут превращены в пепел. Оба. Двумя паразитами станет меньше во Вселенной. Кому идет больше всех, Вера? Энергия идет по цветам. То есть красному идет такое красная грязь, а к синему синяя грязь. Вот вы паразиты. Аж вы паразиты. К черту идет туман такой серый. Черт, сколько ты 20 дней сидел? Хорошо, сколько драконы сидели? Синий сколько сидел? Считай, пожалуйста. Смотри, 25 показывает. Но вот он его показывает, как вокруг него, как яйцо защита. Да. И он, вот этот дракон, вот это типа манифеста, вот это яйцо, которое его защищало и отгоняло все. И вот этот дракон, он вокруг этого яйца караулил. Ах ты, синий дракон. Ну все, мерзавец, сегодня ты никуда не уйдешь. Все, закончилось твое существование. Это ты нарушил все законы. Ты прожег его защиту. И он ему ситуации какие-то делал, которые выводили его. Ну и себя, грубо говоря, раздражали. Вот тебе за эти ситуации сейчас... Вот неспокойствие какое-то показывает. Хорошо, пусть он сейчас будет дракон неспокойный. Дадим ему еще 100 тысяч герц синему дракону удар. Он энергии пускал вот эти свои синие. Хорошо. Сейчас они назад идут, да? Закончили уже. Хорошо. И устанавливаются фильтры золотой сеточки в порядке реверса. Александр забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Александр себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошли энергии, усиливаем потоки. Все до последнего микрона возвращаем, забираем свое. Я еще раз подхожу к дракону и спрашиваю синему. Есть ему сказать что-то в свое оправдание перед тем, как я приму решение, что с ним делать? Ну, он говорит, что он больше не будет. Нет у него оправдания. Кто из вас уже был в этом теле? И над ответственным загорается красная лампочка начинает мигать. 1, 2, 3. Никто не был. Ага, вот это вас сейчас спасло. Хорошо, к красному дракону обращаюсь. Дракон, у тебя есть еще такая уверенность насчет галактического ядра, то, что ты неуничтожаемый? У тебя есть что-то сказать, свое оправдание, дракон? Не трать мое время. Отпусти, он говорит. И все? Ты пришел... Драконье слово, да. Что? Да, там свое драконье слово. Да, больше я не приду. У меня уже был один дракон, который синий дал слово дракона. И зашел на первородную энергию, через 2 недели я его вытащил. Я его сжег в этой клетке, как и обещал. Он мне тоже давал драконье слово. Почему твое драконье слово отличается от его, объясни мне. Вам плевать и на драконье слово, и на законы мироздания, и на законы абсолюта, на всем наплевать. Хорошо, сейчас я даю команду, и все, что установил синий дракон в биополе Александра, силами его намерения начинает выходить и зависает перед ним. 1, 2, 3. Все присадки, импланты,
все платы, что были установлены синим драконом, безболезненно выходит из биополя Александра, зависает в воздухе. Голова, виски. Все выходит до последнего микрона на чистоте синего дракона. Вышло. Отлично. Возвращаю дракону синему его размеры. 1, 2, 3. Готово. Устанавливаю все, что он оставил в теле Александра на него. Не может убрать. 1, 2, 3. Готово. Ну что, дракон? Проверим, как оно работает. И включаем на полную мощность. Пошел откат. Весь негатив, все боли, которые были даны синим драконом Александру, начинают возвращаться. Все останавливается автоматически до того момента, пока 100%, сколько он дал, 100% получил назад откат. Ну, ему давит. Вот виски, голова давит на него. Отлично. Оставляем его таким образом, оно само становится. И я даю команду. На чистоте красного дракона все, что было установлено, выходит сейчас из его биополя, из Александра биополя, безболезненно, до последней ниточки, до последнего чипа. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Это сердце, спина. Готово. И силами его намерения одеваю это все на красного дракона. 1, 2, 3. На те же места, те же функции. Готово. И на счет 3 начинается 100% откат боли, который получил Александр. 1, 2, 3. Включается. Вся аппаратура начинает работать. За одну минуту все назад возвращается. И красному, и синему дракону. Да будет так. А здесь вот нижняя часть. Поясница, копчик, вот это место. Что там? Ноет вот, вот у дракона сейчас. А, ну вот там ныло, видать, у Александра. Все возвращаем, всю боль до 100%. Ни процентом больше, ни процентом меньше. Все назад. Ну, синего остановилось. Хорошо. Красного лупит еще, да? Ну-ну-ну, еще такое что-то есть еще у него. Хорошо. И синего дракона снимаю все эти платы. 1, 2, 3. Выходят и зависают в воздухе сейчас перед клеткой. Готово. Открываю портал в галактические друзья. Произвожу сброс их. 1, 2, 3. Сброс. Есть. Закрываю, печатаю, растворяю. Так, красный дракон, снимаю с него все это, и все это, все его присадки выходят из клетки, зависают перед клеткой, 1, 2, 3. Готово. И произвожу сброс, открывая портал в галактическое и скидывая все туда, закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, так. Подхожу сейчас к Александру, кладу, стоп, у нас еще черт не снял. Черт, выходишь сейчас. И снимая все, что ты оставил в его биополе. Ты оставил что-то? Оставила. Давай, выходи. Забирай. Я не знаю, черт, ты какой-то непонятливый. Реально, я с демонами могу договариваться, а с тобой ты стоишь, караулишь под забором, обманываешь меня. Не ушел. Не ушел, как я тебе сказал. Я тебя не знаю, куда тебя сегодня отправить. Хорошо, я подхожу к Александру, кладу руки на плечи и своей собственной энергией 100 тысяч герц сжигаю все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар, мощнейший удар. Сжигает все каналы. Готово. Открывается воронка и производим сброс всех этих каналов. 1, 2, 3. Есть. Я красному вернул, закрывая, печатаю, растворяю. Я красному вернул его размеры? Нет, он меньше синего. Хорошо, и возвращаю красному дракону его размеры. 1, 2, 3. Вот большой сейчас. Так, драконы, вы понимаете, что будет, если я вас сейчас отпущу и еще один раз увижу? Понимают. Я жду от тебя, синий дракон, слово дракона, что больше никогда не подумаешь даже вернуться в это тело, к этой семье вообще. Слово дракона близко не подойду. И даю, и спрашиваю красного дракона, слово дракона, обещание, что никогда больше не подойдет и близко. Даю свое слово.
Хорошо, я вам верю. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Он уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Больше никогда не возвращается. Есть. Закрывай, печатай, растворяй. Открывая портал на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Наверху против часовой стрелки. Он уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Никогда больше не возвращается. Готово. Хорошо, все. Ты понимаешь, проблема какая, черт? Вот у них есть слово дракон, а у тебя что есть? Ну, его впечатлило, на самом деле. Все, что ты там одевал на них, уменьшал и делал, он очень глубоко задумался. Ну, это хорошо, что он задумался. И что он хочет мне сказать? Но он видит, что ты не шутишь, и он не придет больше. Ты знаешь, даже если он будет в стельку пьяный, я условно говорю, и ты зайдешь в него, ты опять увидишь меня, а я узнаю тебя. Ты просто обходи этот дом стороной. Да, он понял, показал, что он идет. Даже если увидишь в машине, где бы он ни был, обходи его, тогда ты не встретишься со мной. Все тебе понятно? Бывает. Хорошо, открываем внизу портал на чистоте, черта 1, 2, 3. И черт уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Включаем фиолетовые лучи 500 тысяч Гц, вытесняем всю чужеродную энергию, которая могла остаться на микронном уровне, на наноуровне. Все за пределы этой комнаты. Остается только твоя энергетика, моя, Александра. Готово. Хорошо, отлично. И посмотри, сколько нам нужно Александру энергии и какая частота вибрации. 427. 427. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Александры начинает входить. Частота вибрации Александра поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Пошла синхронизация. Да, есть. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я здесь.